Всем привет! С вами снова Трибунал, и сегодня мы рассмотрим систему пробуждения. Сегодня русская комьюнити ВКонтакте анонсировала обновление и добавление данной системы в клиенты русские, в русские клиенты. Соответственно, для тех, кто хочет узнать заранее, что из себя представляет система пробуждения, я вот этот видео и снимаю это видео. Да, немножко заговорился. Смотрим. Значит, система пробуждения, это на английском у них раньше называлась Easter. Это еще один способ прокачать своего персонажа. Вот, есть 6 веток прокачки на данный момент на Корее. Но у нас более всего будут доступны первые две только. Это атакующая и защитная. В принципе, по статам вот защитная есть. Это HP, Skill Rest, Def. Damage Reduction. Ну, в принципе, я не буду перечитывать, каждый сам может посмотреть. Вот. И при определенной прокачке, да, мы прокачиваем эти вот статы. То есть мы вот первый, второй, третий левел, четвертый, пятый и так далее. Есть три ветки. Первая ветка, вторая ветка, вот полностью, и вот третья. Можно, в принципе, прокачать все три в дальнейшем. Как прокачивается данная система? Данная система прокачивается при помощи пыли. Вот, пыль берется при разбирании шмота. То есть вы можете купить вот такой вот бутылек. Вот. Либо же ежедневно 3 штуки за 300 брюлей в магазине донатном. Либо же за ордена славы 3 в неделю по 30 тысяч орденов каждая бутылка. Значит, этой бутылкой вы можете разбирать вещи, синие, красные. За синие дают 20 пыли, за красные дают 800 пыли. Далее, что делаете с пылью? Вам дают, сейчас я вам покажу. Вот. Вам будут давать вот такую вот пыль. 20, опять напомню, 20 за синие вещи, 800 за красную вещь. Написано также, что при перезаточке, то есть при оверэнчанте, буду давать немножко больше. Ну, не знаю, кто будет переточенную краснуху или синьку разбирать, это непонятно. Далее с них мы крафтим вот бутыльки. И из бутылей получаем звездную пыль, вот Stardust. Вот, здесь получается 10 пыли, 100% шанс за 4 вот таких вот звездных фрагментов, которые разбираются с вещей. Далее есть это ивентовые. Здесь на 100 пыли, здесь на 1000 пыли. Шанс крафта 25%, но это ивентовые. У нас будет только вот такая вот штука. То есть мы разбираем шмот, получаем стар-фрагменты, вот эти звездные фрагменты, с них крафтим бутыльки и получаем 10 пыли. Вот у меня эти бутыльки есть. Я специально их собрал для того, чтобы показать. Вот, я получаю 10 пыли. И есть еще ивентовые, здесь по 100 пыли. Их я также сейчас использую. Давайте используем все сразу. Вот, допустим, мы набили пыль, идем прокачиваться. Вот, первый левел. Давайте где-то, где я не прокачивал. Вот, к примеру, вот здесь. Мы берем первый левел, выбираем прокачивание. Далее у нас какая система? Мы не получаем 10 очков вот от... Вот у нас вверху, вот, да, 510 звездной пыли. Для того, чтобы один раз прокрутить колесо с очками, нам нужно 10 пыли. Для поднятия уровня нам нужно набрать 1000 очков. То есть мы начинаем казино и крутим. Как повезет. Вот, получилось 600 за 10 пыли. Далее еще раз. С каждым уровнем количество пыли на одну прокрутку увеличивается. Ну, мы сейчас дойдем. На второй уровень уже нужно будет 20. Вот, есть. Первый уровень поднят, да? Мы перешли на второй уровень. Второй уже требует 20 пыли. Все так же нужно 1000 очков. Все, в принципе, плюс-минус понятно, я думаю. И, о, опять второй уровень прошел. Ну, вот. На третьем, кстати, вот сколько на третьем нужно? Уже 40. Я предполагаю, что на четвертом будет 80 и так далее в двойном. Что есть еще, кроме просто прокачки с статом? Есть скиллы. Шанс скрафтить данный скилл
10%. Стоимость первого скилла 500 пыли попробовать, второй 2000 пыли и третий 5000 пыли. Для того, чтобы попробовать скрафтить первый скилл, у вас должно быть открыто хотя бы 10 уровней. То есть, ну, либо же там вот 10 да, сюда, либо же там, например, вот, к примеру, 5 здесь, 5 здесь, 5 здесь, да, или сколько там. И в сумме там вы получите, там, в одном 6, вы получите 10. То есть у вас должно быть активировано 10 вот таких вот точек. А далее, для второго, вот, вот здесь есть в описании. Вот, для первого нужно 10 точек, для второго нужно, чтобы был открыт первый и 20 точек, и для третьего нужно, был, чтобы был открыт первый и второй скилл и 30 точек. Значит, что по скиллам? Здесь шанс уменьшить получаемый урон в 2 раза, ну, это единичный, я так понимаю. Шанс уменьшить получаемый урон со скилла в 2 раза. Так, и... Шанс получить, уменьшить, прохождение дебафов. Шанс получить баф, который уменьшает прохождение дебафов на вас. Вот. Далее, здесь у нас абсолютная точность. А здесь увеличит ваш урон против врагов. А здесь шансом вы можете замедлить, я так понимаю, откат скиллов у врага. В принципе, смотрим дальше, что по статам у нас. Я не буду полностью все прокликивать и говорить. То есть, в принципе, вы можете поставить на паузу и посмотреть по статам. Здесь у нас идут деф-статы. Опять-таки, я говорю, у нас будет, походу, первых две только. Вот это деф и вот это вот на атаку. Далее остальные нам будут вводить со временем. Это вот, получается, деф. Здесь у нас также деф. А, скиллы не показал, да? Давайте посмотрим скиллы. Абсолютный уворот. Уменьшает дэмэдж, увеличивает дэмэдж резист. Сильно уменьшает урон. Дэмэдж редакшн. Сильно увеличивает дэмэдж редакшн, когда вы под станом. Так, дальше смотрим здесь, что у нас. Уменьшает дэмэдж редакшн цели, увеличивает урон по цели. Damage resist. Я вот тут потерялся немножко. Вот именно damage reduction понятно, а damage resist вот непонятно как. Уменьшает cooldown на использование скиллов. Так, здесь что у нас? Здесь ветка по соулшотам более в основной. Здесь что? Когда вы используете улучшенные соулшоты, скилл damage boost увеличивается. Увеличивается точно. А здесь, ну, типа, повод полностью с соулшотами связаны. Ага, с шансом вешает метку на врага, и вы получаете меньше урона от этого врага, который с меткой. Так, здесь что? Здесь все. И редакшн, и трипл шанс, и скилл, и крит хит. Короче, здесь все статы. Наши по скиллам. Уменьшает входящий урон массух от врага. Нет. Уменьшает... Получается, увеличивает АУЕ дэмэдж по цели и уменьшает ее АУЕ дэмэдж резист. Увеличивает урон со скилло, получается. Ну, здесь, блин, сложно пока. Будем смотреть уже у нас, потому что перевод может быть немного кривоват. И я плюс английский так себе знаю. Так, здесь что? Увеличивает урон по блоку, damage блок. Понятно. Вот, в общем, это вот такая вот штука. На приводе на наши сервера у нас будет ивент, и в замке, я так понимаю, будут падать мешочки. С определенным шансом с этих мешочков будет также падать пыль для прокачки системы пробуждения.
прокачиваться она будет сложно, долго. А, и еще она будет в донатных паках. Ну, на Корее сейчас донатные паки очень сильно расшаренные, большие, как бы по сравнению с теми, которые будут у нас. И у них здесь 16 тысяч пыли получается во всех паках. Вот. Здесь 2000 пыли в каждом паке, паков всего получается 8, и получается 16 тысяч пыли. У нас же, возможно, будет добавлено, но я не знаю, может быть, там будет 100, может, 200, может, 1000, пока непонятно. В принципе, то есть все пути добытия пыли — это разбирание шмота синего-красного, получается 3 в день за донат, 3 в неделю за ордена, и что еще у нас? И донатные паки. Может быть, ивенты какие-то. В принципе, все. И так растянул, наверное, много лишнего наговорил. Ну, надеюсь, что рассказал все, что нужно. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.